Следующим этапом испытания ванны – это испытание борта на прогиб. Для этого устанавливается датчик под сам борт и снимаются с него начальные показания. Начальные показания протоколируются. Далее на борт устанавливается груз массой 100 кг. Груз выдерживается в течение 5 минут. Через 5 минут снимаются финальные показания с датчика. Данные протоколируются. После того, как с борта был убран груз, смотрим показания датчика, насколько он вернулся в исходное положение. Данные тоже протоколируются. Аналогичное испытание проводим торцевого борта. Для этого на него также устанавливаем груз 100 кг. Перед этим снимаем начальные показания. Выдерживаем 5 минут. Через 5 минут снимаются показания датчика. И данные вносятся в протокол и высчитываются. По протоколу видно, что все данные соответствуют требованиям DIN EN 198 по прогибу борта.